Здорово, пацаны. Привет. Здорово. 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 Пиздец, придется заново записывать. Ну, чтобы они опять не делали все одинаковое. Мужики, помогите! Я в какой-то подвале, мне нужна помощь. Я подрубил стрим, посмотрите где я. Все. Так, все. Ставить. Дурак. Охуенно. Right now, bitch. Блять! Ментажёры, блять, или кто? Теперь вы видели все, ребята. Ладно. Я не знаю, честно говоря, как это прокомментировать. Фу, блядь! Фу, нахуй, у тебя это, да? Фу, блядь! Бля, ты кричишь, будто это не твое! Это не его было, конечно. Так, кухня. Ну, то я вообще осуждаю, блин. Самое необычное место, где занимался сексом. Блять, он опять о своем, да сука, да ты заебал. Да что ты, сука, блядь, это мои вопросы, блядь. Извиняюсь, но у нас разве не было, не было? Типа, пока ты отходил, мы пересмотрели формат. Да. Мы теперь было, не было, и еще по подробностям. Мне понравилось про бананы. Блин, ну честно, у меня немного было каких-то типа супер необычных мест, но, наверное, на вокзале. Кухня, смотри, ты когда-нибудь тренировалась сделать минет на банане или на огурчике? Я на члене тренировалась. Ну, блин, правильно? Я люблю тебя, господи, я тебя люблю. Я не люблю бананы, но просто... бананы. Типа особняк мой. И по соседству особняка... Бля, что за пиздец? Серьезно? А, понятно, получается. Ебать, меня забайтили как долбоёба, блядь. Я реально в это поверил. Сука, я реально в это поверил. Вы знаете, вот какая у вас сейчас цель вообще в жизни? Мне вот просто интересно, как много людей имеют вот цель прям по жизни. Вот, вот, вот они прям знают цель. У вас в чатике у нас много знают, кто, зачем они просыпаются каждое утро. Вот у вас есть такая цель? У кого есть плюсик? Да, тебя, мама! Что поцеловать маму? Мама. Фу-фу-фу. Куда ты, блядь, чудище, блядь? Минус, минус, минус. Куда он чешет, как не в себя? Вообще много кто. Красавчик, я вам сейчас покажу, блядь. В найках, штанишках, блядь. Просто пацан в клуб пришел, блядь. Нормальный такой? Вот, вот этот пацан в клуб пришел, блядь. Просто нахуй. Я хуею, блядь. Дядя, блядь. Дядя, ты шо, блядь? Ну сзади монтаж, ты не видишь? Кучат. И чё? Прикольно. Поехали смотреть, друзья. Вы в Украине живете, а я в России. Я не знаю, что это такое. Блядь, это... Чат, блядь, не знаю, что такое привет, чат. Кучат. Что ты делаешь? Так вы с Украины. А, ну понятно, блядь. Потому эти хотцы, блядь, сало обожрётесь, блядь, и кучат. Значит, блядь, никакого кучат. У них только кумыс. Кумыс, кумыс. Вот я сейчас написал кумыс. Мне просто смешно слушать, как смеются. Смешно смеяться над тем, как смеются кто-то другой. Ты вылетел, ты врезал. Хрена в рот. Ёшкин кот. Что за дела вообще? А что такое происходит?
Мне сразу нажимать? Да не, нет, не 700, нет, нажми подумай, типа 400, 300. Подумай, подумай, блядь. Давай, давайте разминочку, давайте разминочку. Давай. И что за хуйня? А нахуй ты префом нажал, блядь? Не, ну товарищи, а чё бреешь-то? Я, блядь, на тайме, чё за хуйня? Ты префом нажал. А что там, скажи примерно, что там, Тёма? Там синий экран. Не-не-не. Что примерно там надо сделать? Дядь, ебать я таймик угадал. Там Наруто, Наруто, хуярь, дядь, Наруто. Прикинь, если бы угадал сейчас. Ух ты, что? Что? Ты долбоёб! Это фал-имитаторы коллекция, фал-имитаторы, секс-игрушки. Секс-игрушки. Нет, это не это. Это абсолютно точно не они. Нет, чё-то вообще ничего не понимаю, чё это вообще такое? Не-не-не, Димонка, не прокатит, не прокатит. Короче, это были игрушки. Обычные. А то чё, так работает, что ли? Нихуя себе не умею, блядь. Ну всё, хватит так писать. Разъебал. Так даже не то сказал он. Чайлдиш я сказал. Чайлдиш ты сказал? Чайлдиш. Да тише, блядь! Пизда, блядь, наебало. Нажимай. Эта песня называется «Руби». Нам же достаточно одного или другого. Руби, 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 руби. Мальчик, который блядь, пишет Дина, какая ты лучшая аниме. Блядь, Дина! Судя по тому, ты немножечко, мне кажется, другую изучаешь, блядь, отношения другие ты. Не психологию точно изучаешь, а... Да там пиздец, она сосёт так, что, блядь, про... Да фу, блин, ты чё дурак? А ты хуя такой свисток делаешь, чтобы сосать только? Что, фу? Ну она фу, хулиганка, видно по ней. Хулиганка. Поболело и прошло. Кто расскажет Ира. О любви, которую... Просто... Почему? Ира! Ира! Подожди, блин, Ира! Да это шутка, мы найдем тебя получше, я не хочу лучше. Мне нужна только Ира, ребята. Только Ира. Другие, ху, блин, ничего не стоят вообще. Ой, какой пусик. Короче, это Байрамчик, его теперь зовут как Байрам. Как? Байрам, салам алейкум, Байрамчик. Тима хороший. Теперь я считаюсь дипломированным дизайнером, все. Это не плашка. Это а просто... дизайнер чего? Я дизайнер среды. Окружающий. А вторник чё? Блять, Вова. Наверное, я чё, пах, какой среды? Это типа со стройкой тема? Может, он... Это типа коммерческие помещения, ландшафт. Ну, хай его сейчас усугубляете, чё? Можете, блять, я не слышу, чё она говорит. Напиши мне, пожалуйста, в директ. Я зачем? В чём дело? С такой жаждой крови тебе за скалой не спрятаться. Я же как бы не дурочка, я понимаю, что Андрюшина сердечко занято, поэтому я даже не рассматриваю в таком плане его. Типа он как человек просто реально пиздатый. Мне прям пиздец нравится вот вся хуйня, которую он творит. Я прям вот... Это вот тот юмор, который меня веселит, если мы про Андрея говорим. Но Ксюшу я люблю больше, чем Андрея, чтобы вы знали. Спасибо. Хороший стрим еще. За хороший лестный ответ. Мое сердце никем не занято. Как сказать, у меня к девочкам сексуальное влечение, наверное, больше, чем к мальчикам. Потому что мальчикам, чтобы с мальчиком завести отношения, нужно, блядь, нужно дохуя пообщаться, понять, что это за... Кто это вообще? Нормально? Там вот. Поэтому по... Вот так вот нажмешь на красную, понял? Угу. Все. Сейчас, один момент. Егор, это блогер! Это блогер! Видишь у него камеры? Видишь у него камеры? Это блогер на морозе. Блин! Я не знал, что у нас тут есть. Вот лучше бы не ели, между прочим, не надо есть. Да не, подожди, сейчас. Если они не знали, чем эти взрослые дяди. Костя здесь блогер! Интерны. В раздевалку переоделись. Офигеть, да блогер! Что у нас сейчас переоделись? У меня брат умирает, лежит. Вы можете ему помочь? Спасибо, что
приходите да, завтра. Футбол, что значит приходите завтра? Блядь. Он сейчас лежит и умирает. Вы что, охерели что ли? Он же стук. А, ну да, туда. Рабочий день закончился. И куда мы его повезем? У него тело не двигается. Нам что, в могилу его сразу везти предлагают? Так я не говорю про Джоэна именно, я говорю про принципе в целом. А, да? А, да? А, да? Рановато еще? Да, у них это и так быстро делается. Также у нас с Наташей просто... Ой, боже, вот это просто... Что за рановато? Ой, блях, какой рановато, блях. Когда уже хочешь уже. Строго как полового партнера. Стоп, блять. Ладно, плюс строго, ребят. Бля, можно не буду отвечать? Давай не буду отвечать. Скажи правду, либо разбей сердце пацана. Никто не знает, что любит сердце пацана. Пацан не мальчик, он никогда не заплачет. Нет, не рассматривал. Мы сейчас разъебем. Она же потом выбрала между Алексом, Кокосом и Кайхантиком, она выбрала Ванька. Поэтому плюс строго. Вытащи, это хуйня умная, потому что там есть застежка. Честно. Блин, не рассказывал себе впечатления о Одессе? Да, я уже у себя на стриме. Зачем мне рассказывать у себя на стриме, какие у меня впечатления? Здравствуйте, сейчас мы получим бан на канале злой. Не надо банов. У меня есть вот это, осторожно. Нифига. Не мы отвечаем. Он гомосексуалист, я забыл, как его зовут. Как его зовут, блядь? Элтон Джон, да, Элтон Джон, это биография его, блядь. Маму его ебу. А фильм как называется? Арина, знаешь, как называется? Санёк, нахуй, фильм Санёк, блядь. Про Элтона Джона, блядь. Санёк и Костян, блядь. Рокетмен. Пизду, блядь. Блядь, займи, муж говорит жене, давай ты мне сегодня минет сделаешь. Она ему отвечает, а муж тебе ещё и хуй пососать, блядь. Засчитываю, блядь. Какая умная, блядь. Ну ты, блядь, я тоже знал! Ты тоже знал? Давай попизди, тут преф... Блядь. А вот это я не знал, нахуй нажал! Зрико... Я читать не могу, блядь! Почему у меня нет ума, блядь? О, да. Поэтому сентябрь, блядь! Та-та-та. По мотикам! Сюда, блядь! Сюда! Смешарики! А, да, блядь! Нет, давайте! Все, давайте! Да! На-на! Ай, ты что делаешь? Блять! Ёбаный сыр! Спиздил носок, мразь. И сожрал, блять. Ну что это за хулиганьё-то такое, а? О, он такой прикольный. Мальчик. Скиньте мне еще денег, баба. Выйди из машины, блять. Выйди из машины. Выйди из машины, выйди, мальчик. Выйди из машины, скиньте еще бабки. Сколько вы ему скинули, честно скажите? Он мне только 250. Много скинул. Ладно, я извиняюсь, осуждаю сам себя. Ноготь болит. Блядь, тебе много скинули. Ой, вон, 2000. С кем ты там в инсте голая валяешься, ну-ка? Не то чтобы хабать носки, просто хаски красивый песик. Black boy. Блядь! It's your nickname, сука! BLKO FUCK! It was nickname, сука! It was nickname, блядь! It was his nickname! Если что, я осуждаю, не думаю, что это использовалось как оскорбление. Вот, это имелось в виду, что вот она объяснила, что это никнейм. Ох, ебать, что это? Выйдем это животное, положим? Да, давай. Ну, типа, я там никого не скорбила. Пояснила.
Прыгай, 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 прыгай. Ебать. Я даже не знаю, что случилось. Ебать их там хуйня. Короче, я потом также случайно зашла, посмотрела там пару видосов, и там были всякие прикольные советы про то, что там, типа, во время минета тикток в рот засовывать, потом каких-то мармеладных... Смотри, Миша думает. Тикток? Тикток? Тикток, да, вот ментоловый. Ну, короче, типа, прикольное ощущение. Инстаграм, ёшки! Зачем вытягиваться, бля? Просто вот так пармезан ебать за лупы, нахуй. Ой, блядь, да? Бля, да, вот такой вот он. Ну а чё, блин? Андрей, ну я зашёл в чат. Да не, ну по факту я... Я просто не, ну, блядь, знаю, типа, господи, корректно а ли так думали, говорить, ну, и типа, казалось бы, блин, вытряхивай, блин. Господи, ладно. Странно, у меня нет желания, у меня есть просто желание, но... Ну вообще, странное желание. То, что тебе стыдно признаться, что ты этого хочешь, но ты этого хочешь. Есть чтобы такое? В жопу отъебали, блин. Ну, может быть, да. Не, я на Бонги гейм донатил. И они друг друга отсасывали, одобряю. А вот куда он девал деньги? Вот куда он донатил? Право, ты чё? Воскалённый, сыч. У него хп на ласточку, кстати. Может, хотела целиться. Это дека ебаный, блядь. Понимаю. Надо забить их, ёсток. А я, короче, спиздил у Денчика Петрова маску, короче, НТ-200. Вау. Которую он на себя натягивал, снылся балакасом. И теперь дарю Саньку, чтобы он юзал. Да ладно? Да. Ёб твою мать, нихуя себе. Как говорится, if you have a mask, you can be whoever you want to be. Да ладно? Я чекаю. Плюс реп. Ебать. Красава, брат. Гарю. Да без у тебя хуйцот, бля. Угаю. Просто посмотреть, что это. Солнце кана, шимио, зитащи сари. Шимио, язащи сари. И ту на ней. Сейчас его тень должна... Отлично. Техника! Опа! Перепела оригинал. Попалась, бля. Все, не знаю. Турец. И мне плевать. Ой, я не понял, что за звуки. Отвлеклась. Какие звуки? АСМР, ребят. Ну ладно, вот сейчас я понимаю, что он некрасивый. Ой, блядь. Ну тогда мне казалось, мне было сколько? Сколько лет мне было тогда? 2017-й. Хуй знает. Все. Все показалось. Очень красивый мальчик, пиздец. Не, ну 1 января. Разве что ты же я не знаю, что я сам продаю яйца каждый день для своей. Они тоже поглощают звук. Да! Я тебе больше скажу! Мой жир тоже поглощает звук! Я специально его и наращиваю, жена! Ты думал, для чего? Чтоб звук поглощать! Был бы худой, пизда, орал бы еще сильнее! Потому что денег нету! Нет денег! Дайте денег, вы заебали! Представляешь, какое эхо у тебя здесь? Закажи, смотри, смотри! Я твое сейчас все ебал! Ты хочешь сказать, что вот эта вот тварь метровая, которая у меня здесь висит, она что-то, блядь, делает? Ну, там сейчас делаем тварь метровую. Ты или делаешь все, или ты идешь нахуй. Типа, ну я вообще тебе себе. То есть не тебе, а вот вообще. То есть, или ты делаешь звукоизоляцию, или все. Ну, то есть... Звукоизоляция, это звукопоглощение. Не, ну типа, это метровая тварь, она ничего не глушит. Ты что так грубо с ней? Ну, что ты что-то грубо со мной? Минус стреляют! Давайте минус стреляют! Минус стреляют! Забейте на них! За электриками, за большими снизу, на воде. Надо, просто пару человек останьтесь для инфы. Мы ждем хаммер, ребят, все время. Это последний хаммер сейчас будет, алло. По всей территории быстро по одному человеку, ребят. Забейте на них. Нам хаммер нужен. Нам не нужно стреляться. Арин, давай сейчас. Давай в Москве встретимся. Не хочешь? Просто выпила. Арин, а что ты его игноришь так жестко? Кого?
Блять! Жожа, ты просто тень, понимаешь? Я в комнате один, что ли, блять? Ты один дома, ты. Я один, что ли? Она мне еще сейчас нахуй пошлет, и мне можно вообще, блять, потом, блять, куда-то идти. А все, Арина, тут уже не важно. А ты что с него затупаешься? Пускай сам справляется. Я за братана до конца. Свидание тоже с ним пойдешь? Не, я. Ну я люблю, конечно, смотреть, но не до такой степени. Ну да, весело было. Правда, сука, этот ебаный, кто это был ведущим, блядь? Салам алейкум тебе, блядь. Так, салам алейкум, блядь. Сейчас буду убегать, сейчас ветки пойдут. Мило общаться. Ты слишком быстро не убегаешься. Хорошо. Чтоб дискорд не рухнул, блядь. Может, из-за этого сами у нас дискорд постоянно ложится 89-й, блядь. У нас постоянно досят его, или что-то, блядь. Потому что ты дышишь, блядь, просто. О! Нихуя себе! Каравай! Ваня! Ваня, это ты? Здорово, каравай! Капец, я реально думала, это каравай. Офигеть, я еще подумала, типа, что? Ебать, я думаю, трындец, я в схват попаду. Вы видели? Боже, какой же он нахуй бездарный, бля! Мне казалось, все похоже, понимаешь, я это еще удивилась. О, это что? Дольче Габбана? Это к самураю вопрос. Кстати. Наверх. Включай, включай. Зайдите ко мне на стрим, пацаны. Пожалуйста, зайдите на... Что там? Ну шо опять? Матер. Пощады не ждите. Прикиньте, у Неджи какая участь пиздатая. Он может члены каждого чувака рассматривать. Я, кстати, понимаю, почему Хината выбрал Наруто сразу. У него сразу изначально член самый большой был в группе, поэтому она всегда стеснялась к нему подойти. Опять про члена, Андрюх. И она его любила всегда из-за этого. Потому что она видела его хуй, блядь, здоровый, нахуй, опять просто. Опять про это было увлечение. Твоя тень не выйдет за пределы своей изначальной площади. Получается, если он свою тенью возьмет тень своего хуя, он сможет растянуть свой хуй. Во. Или нет? Хайслав такой же, правильно. А, я задаю. Да. Ну все, допизделся, я тебе сдаю нахуй. Давай, давай, не пизди. Где, в каком месте сам необычным тебя Марк ебал, блядь? Поэтому я молчу. Давай, давай просто. Минус Марк сейчас будет. Безымён, просто где был самый необычный секс. Потому что Марк меня нигде не ебал. Ну ведь безымён, блядь. Блядь, пизда, Марк, братан, я все для тебя делаю. Что вопрос тоже будет скучненький, блядь. Было ли у тебя, так сказать... Кекс, блядь. Без, так сказать, ну, блядь, без резинки. Ну, с учетом того, что я уже год встречаюсь, ебать, да. Это за шквар, пиздец. Ну, а чё, блядь, за блядь, сколько там живу, я же могу спросить, типа, брызгали тебе спермутой, блядь, три мужика на лицо, блядь. А, типа, смысл такой спрашивать, если такого не было? Вот. Ну, типа, все так начинают, нет? С трех мужиков? Нет! Ну, у меня, да, так было. Попытка была, но Серега, не было. Серега, слышишь? Не залез пальчик. Пальчик не залез? Ну, Серега, пальцы здоровые, я ебал, нахуй, ты увидел. Ну, не то, что не залез. Он пианист, просто... блядь, еще тот, нахуй. Ну... А давай, а не, не надо. Ну, то есть вот так. Но... Я болею. Ну, правда, знаешь, просто по ноготь засунул все в дерьме сразу, блядь, пизду. Ой, блядь. Мазок. Мазок, блядь, в натуре, блядь. Знаешь, как раньше, бойцы. Настраивались там воинственными песнями. Мы тоже это делаем. Красиво, пацан. Нормально. Да блядь, я же замуж выхожу. Ну, два не... вибратора, чтобы не написано. Да мне... Я вообще вчера в шоке была. Я, короче, вчера дрочу. И такая заканчиваю. И думаю, блядь, вот если б не злой, у меня в зависимости это не было. Это ты, блядь, все виноват с этими вибраторами. Видите, какая хорошая подруга взяла, приютила злого у себя. Ему нужно, конечно, будет расплатиться. Понятно, дело, ничего. Интересно, что бурури-пам-пам? Не жалею, что морознула Артур. Я никого не морожу, блядь. Ну, ребят, вы так говорите, будто вот, сука, легко так построить отношения. Минус. Ой. В общем, увидимся с вами завтра.
завтра капец. Будет длительный стрим. Начнется он, ну, где-то в 2-3. Что за пипец? Вот. Как-то грустно. Все. Вся информация будет в Инстаграме, в Телеграме. Ну, на одном стриме раз расплакалась. Интересует, можете подписаться. Сладких снов! Давай, пока. Капец. Ляг, отдохни. Красиво. И послушай, что я скажу. Я терпел, но сегодня я ухожу. Я сказал, успокойся и рот закрой. Вот и все. До свидания. Мне нравится. Черт. А чего пишете скип? Красивый же голос, капец. Я на тебе, как на войне. А на войне, как на тебе. Но я устал, окончен бой. Беру портвейн и иду домой. Не знаю, обработку, но обработку там же... обработка, вы понимаете, она не так слышна, то есть как бы не такая сильная. Там, скорее всего, просто эхо наложено, вторая дорожка, из-за этого такой звук. Но я не верю, что там прям автотюн. Автотюн, он прям сильно искажает голос. То есть там прям такой... Фильтр, может быть, окей. Но все равно, мой обучатель, мне кажется, писал бы комплименты, а там у меня что-то как-то пусто. Яни. Программа? А что за программа? Еще один. Yeah. Папа вышел на стрит, пристегивайте свайк чип. Папа вышел на стрит, пристегивайте свайк чип. Объясни, в чем риск. XXX, объясни, в чем риск. XXX, папа вышел на стрит, пристегивайте свайк чип. Папа вышел на стрит, пристегивайте свайк чип. Объясни. Ну а чё это хорошо, а чё за программа? В чем риск? XXX, объясни, в чем риск. XXX. Короче, завтра у нас, ребят, завтра у нас будут. Короче, Эля завтра будет. Сейчас. Где мышка-то моя? Алло. Завтра в 3 часа дня будет Элис. А потом, я не знаю, я договорюсь с Алексеем. Еще будет 5 секунд. С Алексеем, короче, спрашиваю. Будем смотреть, что он там ответит. Я позвала его с женой или со Славой. Как он там решит, так и будет.